Я участвую в конкурсе от канала «Купи ребенку .тв». Я сшила питомца для Фрэнки. Фрэнки звала его Инка. Расскажу предысторию. Фрэнки уехала в летний лагерь. Ей было там очень скучно, потому что туда никто не приезжал, кроме нее. И она решила сделать себе друга. Вот. И смастерила себе вот такого Иньку. И оживила его. Сейчас я расскажу о породе. Порода его — мыша, пес и лев. Вот. Видны в нем его части, вот хвостик. Характер. Он добрый, умный и он неряха. Его способности не только магические. Решение задачи в 2 секунды. Умение говорить на всех языках. И умение уменьшаться. Вот. Он боится зла. Он даже говорит вам. Еще он говорит: я Инька, я люблю математику и косологию. Я лев, я пес, я мышь, я супер. Вот такой Инька. А вот его анкета. Сейчас. Здесь есть нога Франкенштейн. Туфли. Вот шрамик. На Инке тоже есть шрамики. Вот. Здесь украшения разные. Вот. Вот вся композиция. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока.